30 игроков кубанской команды по регби вернулись со Всероссийской универсиады с триумфальной победой. Позади 8 игр, где Кубанский университет физкультуры и спорта отстаивал честь нашего региона. В финале была встреча с давним противником – Красноярским СФУ. Команде кубанцев удалось перехватить инициативу и закончить игру с разгромным счетом 34-19. Инна Чайка посмотрела, как наши регбисты куют победу. Именно так начинается каждая тренировка регбийного клуба «Кубань». Во вторник рано утром ребята приехали из Белгорода. В обед физподготовка в зале, а вечером команда уже занимается на открытой площадке спортивного комплекса. Тренировки в режиме нон-стоп, здоровый сон, теоретические занятия, составляющие победы, которую командно ковал наш клуб. Палящее солнце не помешало спортсменам выйти на поле и сегодня. Мы являемся одним из самых титулованных клубов страны, являемся пятикратными чемпионами страны, 5 раз завоевывали кубок. И на сегодняшний день фактически 50% сборной России, а может быть даже и 70%, состоит из наших игроков. Результат был закономерен, и мы рассчитывали. Были сомнения, конечно, то, что они встретятся в финале с красноярской командой, где тоже были ребята-представители ведущих наших клубов, там «Красного Яра» и «Енисей СТМ». Один мальчик вообще играл там на протяжении 3-4 этапов мировой серии. Но все-таки мы были на голову сильнее и в финале доказали то, что на сегодняшний день являемся, еще раз говорю, флагманами регби-7 в России. В начале недели отрабатывали игру от защиты, сегодня – нападение. Тренируют технико-тактические действия в атаке и игру от стандартов. После тренировки обязательное расслабление мышц. В бак с холодной водой насыпали лед. Каждый регбист после напряженной работы окунается в ледяную ванну. 5 минут восстанавливают мышцы до следующей тренировки. 2 раза в день, по 1,5, а то и 2 часа. В таком же ритме шла подготовка к недавним соревнованиям. По игре на поле у нас была определенная тактика, старались придерживаться ее, и если соперник совершал какую-то ошибку, мы играли из края в край, а если соперник оставлял открытый центр, мы шли в него и принимали такое решение. Конечно, у нас не было такого какого-то давления психологического, мы не испытывали особого, но тем не менее все понимали, что нельзя давать слабину, и малейшая ошибка может стоить дорого. Это регби-7, может быть, случится все. Тут очень быстро все меняется, положение в игре. Поэтому, конечно, расслабляться нельзя было. Поэтому самое главное было собраться, завладеть мячом и просто играть нашу игру. Один из ключевых игроков Александр пришел в спорт почти 10 лет назад. Сейчас он нападающий Кубани. База регби базировалась в его общеобразовательной школе. Говорит, было очень интересно наблюдать за тренировками. В 16 лет он впервые пришел на занятия. После – командная игра и первые победы. Серьезную поддержку развитию регби оказывает руководство Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. Здесь учатся несколько игроков регбийной Кубани. Именно они составляют костяк студенческой команды. На днях сборная спортивного вуза Кубани привезла золотые медали с Всероссийской универсиады. Ковали победу все вместе. Кубанские студенты в общем зачете обогнали элитные специализированные университеты страны и вышли на 2-е место в общекомандном зачете. Сейчас уже прошло 11 видов спорта, по итогам которых Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма занимает 2-е общекомандное место. У нас очень хорошие достижения в части гандбол, занял 1-е место. Сейчас регби также заняли 1-е место. Поэтому студенческое движение сейчас активно развивается как в Краснодарском крае, так и в Российской Федерации. И активно развиваются виды спорта, такие нетрадиционные, да, для Российской Федерации, допустим, как регби. Впереди у Кубани ответственный матч в полуфинале Кубка России. На этот уровень команда вышла впервые. Готовятся без отдыха, чтобы достойно представить наш край на международной арене. До конца месяца регбийному клубу «Кубань» предстоит еще 2 игры. Инна Чайка, Никита Пустотин, Диана Кабалоти, телекомпания «Краснодар».